Всем привет, друзья! Сейчас я опять или снова у этих вон отпала липучка, надо поднять. Ну, масло. Да. В общем, ребят, в какой магазин не зайду, нигде нету липучек. От мух, видите, уже все полные. Нашел со своих старых запасов одну и буквально подцепил 3 минутки назад, уже на нее налезло сколько мух. Машу не трогай. Сейчас вместе с вами быстро, наверное, хотя они все липнут. Может, такая и прилипнет. Вот эти уже центральные можно выбросить. Маш, не трогай. Машка лезет ко мне. Центральная. Сейчас позабираю. Делает одной рукой, поэтому удобств никаких. Камерой кручу. Маша, не трогай. Убрал хотя бы те, которые мешают. Ну вот, одна осталась. Вот это вот. Назад. Назад. И вот эту можно убрать, тоже мешает. Мне уже ничего не липнет, не знаю, вы увидели. Ну, вот так вот пособирал, выбрасываю сразу с кнопками, ну, потому что они не нужны. Вот так. Мух еще очень много, на улице сильно похолодало. Еще, ребят, в какой магазин не зайду, да, нету липучек. Так как говорят, уже похолодало, мух нету, октябрь месяц. Ну, а мухи есть. Бонни отдыхает. И все, ребят, Бонни осталась одна. Больше поросят нету. Так что как-то так. Сейчас вечернее кормление уже было. Сейчас можно дать всем немного травы. Нате вам, девки. Ну чего вы так слабо поели? Не голодные, скажи, мы просто мы маленькие. Ну да, и много намешали, пол ведра намешали. Вот. Детвора ходит в туалет не там, где надо. Ну, почищается каждый день. Буквально часа полтора назад чистилось. Видите, уже все так как-то немного загажено. Растут все хорошо, два раза проколол железо. Теперь завтра буду колоть им витаминки. Проколю раз, потом еще раз. Ну и на этом все. Вся процедура с поросятами завершена будет. Видите, уже начинают подгрызать сами. Так что все нормально. Машка ест хорошо, аппетит отличный. Буквально только немного картошки не доедает. Боня, ты что, не хочешь есть? Травы тебе насыпал. Бонечка. Боня тоже все тут убиралась и чистилась. Гляньте, сколько мух уже налипло буквально за 5 минут. Очень много здесь мух. Ну, потому что здесь тепло. С обогревания здесь только свинки. Ну и красная лампа. Верхнюю доску уже открутили, чтобы удобнее было чистить, потому что ходит по мокрому и заносит грязь в маточник. Поэтому почищается каждую ночь. Ой, каждую ночь, каждый день. Ну, а эти две девчули без изменений растут. Купил БМВД, он в банке в трехлитровой. И каждый день этим девкам добавляю и БМВДшечки. Да, это то, что любит чухаться.
Да ложись ты. Ух ты, мой, да не бойся. Ложись. Вот, все упало. Да не бойся ты. Давай почухаю. Скажи, я тут ела, а ты меня чухать собрался. Ух ты, хорошая девка. Это две девки моих по Боне, которых я оставил себе. То ли на развод, то ли на мясо. Ну, будем смотреть. В общем, оставил я их себе. И также двоечку, наверное, оставлю от Машки. Не помню, сказал, не сказал. Купил Бонни порошка, глистал. Завтра проглистую. Раз. Послезавтра еще раз. И все. Свинка как бы готова к следующему покрытию. Еще не решил, буду крыть или не буду. Я имею в виду сразу сейчас на зимний опорос. Мне там сосед буржуйку предлагает отдать на зиму. Я даже понятия не имею, куда их поставить. Это как-то надо свиней, тех, кто будут на откорме, в дальний вольер. Где-то здесь ставить, скорее всего, буржуйку. Прорезать стену. Ну, в общем, не знаю, как оно и что оно, но как-то будет. Видно, он по белым свинкам чуть-чуть, видать, грызутся за соски, ушки погрыжены. Ну ничего, ребят, буквально через неделю, дней 10 начнем понемногу отлучать, и все будет нормально. Вот как интересно. Боня наконец-то отдыхает. Забрали уже дней 5 назад от нее эту троечку. Так что свобода теперь. Да, Бонь? Все. Все. Никто тебя не дергает. Ну, она не сильно и похудала, ребят. Этот раз вообще молодец. Птит отличный. Машка, конечно, исхудала. Если на нее прямо смотреть, прям вот так вот, то видно. Стала узковастой. Боков нет. Ничего нет. Не соображают свинки, что в туалет надо ходить сюда, а спать там. Все наоборот. Теперь будем ждать, когда она начнет кормить малышню. Когда начнешь? Давайте нажму пока стоп. Все.
съедает прям все до последней травинки, но никак не уляжется. Сейчас пойду, наверное, свинкам яблочек пособираю, пока, может, эти мамашу уговорят. Я уже и яблок насобирал, а свинка все, их не ложится кормить. Пойду прогоню малышню с маточника на машину, дай пройду. Кш-кш-кш. Детки-кетки. Кш-кш-кш. А ну кушать, кушать, кушать. Ничего ты. Кушать, кушать, кушать. А ну корми. Давай корми. Машка. Скажи, зачем ты их разбудил? А? Ждем кормления. Не хочет, ребят, кормить. Детвора не просит. Что ж, дам тогда немного им яблочек. Этим. Этим два. Больше не надо. Ну, эти девки. Ну, у Машки все остальное. Машка у нас девочка всеядная. Боня, а ты что не ешь? Тут же за детворой. Боня хорошо поела, насыпали им полное корыто. Так что свинка поела хорошо. Идет, просите мамки яблочек. Не делится мамка. Все, ребят, ждем кормления. Решил, ребят, выгнать детвору с маточника. Может, пускай побегают, поклянчат. Кш-кш-кш-кш-кш. Не пущу. Все отличненькие поросятки. Ну, ребят, не хочет кормить. Так что на этом, наверное, будем заканчивать ролик. Сейчас еще выйду, может, уговорят. Если нет, то на этом, наверное, все. Дождался момента. Часть ее повалила. Видите, она хрокает и зовет всех остальных. И сейчас будет долгожданный момент кормления. Эти хоть уже давно не с мамкой, но все равно этот позыв слушают. И проснулась и пошла есть. Маточники нету никого, а вся детвора здесь.
Они уже больше, чем мамка в куче. Мне нравятся мамки, что дерутся за соски. Хотя у каждого уже свой сосок. Маш. Ругаются детки, да? Два обормота. Так, ну все, ребят. Ладно. Процесс вы поняли. Они уговаривают, она ложится, она их кормит. Вот и все. Сейчас они уже от нее не отстанут. Все, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем удачки. И всем пока. Пока, Бонь. Бонь, пока. Отдыхаешь, да? Все, всем пока.